Вас правда волнует климат до такой степени? Так вот, на мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5000 кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в 3000 килограмм на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением, и электромагнитным импульсом. Такая перспектива есть сегодня? Увы, да. И она растет с каждым днем по известным причинам. Поэтому мир болен, и вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является. Мировой войны можно избежать, но делать какие-либо прогнозы на эту тему я сейчас не буду.